Короче, жесть на 100. Смотрите. Сейчас я прикол покажу, а потом объясню, почему так произошло. Lexus тот же самый, который рейку меняли. Заводим. А, да, надо понюхать дать. Заводим. Все нормально. Прикасаемся к рулю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, погнали! Теперь объясняю, почему такая фигня происходит. Все очень просто. Когда вы закручиваете рейку, очень легко... Никак, что ты вывозишь из машины? Очень легко перепутать шланги высокого давления. Не которые идут на ГУР, а которые именно по самой рейке раскиданы. Потому что у них диаметр резьбы одинаковый. И если вы их неправильно поставили, перепутали местами, то получаете вот такой результат. Руль будет ходить ходуном. Что мы, в принципе, и сделали. Благополучно их перепутали. Ну, ничего с каждым бывает. Сейчас меняем местами, и у нас все огонь. Вот, смотрите. Вот, получается, трубки, которые идут на ГУР, они, как бы, их не перепутаешь. У них резьба разная. А вот эти сбоку, которые, вот. Вот эти перепутать легко. Что мы, в принципе, благополучно и сделали. Взяли их и перепутали. И поэтому у нас руль, как сумасшедший, начал бить. Нужно сейчас открутить просто и местами их поменять, и все будет нормально. Погнали. Да, буду. Вот теперь все правильно стоит. Трубочка сверху, трубочка снизу. Как говорится, на наших ошибках учитесь, свои ошибки не совершайте. И, кстати, насчет вот этой фигни, еще на некоторых сервисах так деньги зарабатывают. То есть переставили трубочки, тут Стасик подсказывает. Переставили трубочки, включают и говорят, о, у вас рейка, все, короче, кирдык приехала. И на новую рейку разводят людей. Потом, когда бабки уже получили, просто трубочки переставляют, и все, рейка опять работает. Так что будьте аккуратней. Так, ну все, теперь запускаем в нормальном режиме, с уже ровно стоящими трубочками, как положено. Ушла? Сейчас дольем чуть-чуть и попробую опять прикоснуться к рулю. Посмотрим, будет ли он херачить так влево-направо. Все, уровень? А? Уровень? Уровень? Между. Погнали? Минимум. Все. Все работает. Давай опущу, ты посмотришь на жесткость руля, не сильно ли жесткая. Давай. Нажми на тех, случай тормоз. Колеса вертятся. Сейчас опущу полностью. Я на парковку поставлю. На парковке, да, пусть стоит. Все? Да, попробуй. Легко? Да, легко крутится. Ну все, в принципе, вот так вот.